Сегодня на 74-м году скончался депутат Государственной Думы России от КПРФ Валентин Шурчанов. Валентин Сергеевич родился в Канашском районе, начинал с самых низов. Работал электромонтером на хлопчатобумажном комбинате, инженером на Канашском заводе автозапчастей. Все эти годы он оставался преданным одной партии. В 94-м стал первым председателем Государственного совета Чувашии. 4 созыва представлял нашу республику в Государственной Думе. Как сообщил председатель КПРФ Геннадий Зюганов, Валентин Шурчанов скончался после перенесенной коронавирусной инфекции.